Бастер Крабе в фильме «Тарзан бесстрашный». Сюжет Эдгара Райса Бероуза. Режиссер Роберт Ф. Хилл. В ролях Бастер Крабе, Жаклин Уэллс, Эдди Вудс, Фила Маккало, Эллен Уоррен, Миша Ауэр, Мэтью Бетс, Фрэнк Лактин. Всемирная популярность истории о Тарзане побудила автора впервые рассказать новую историю о самом необыкновенном романтическом приключении человека-обезьяны.
Боюсь, этот путь слишком тяжел для тебя, Мэри. Нет ничего хуже, чем ждать на ранчо новостей о папе. Я мог сам организовать поиски ради тебя. Я знаю, Боб. Но мне не хотелось оставаться одной. Я бы сошла с ума. Я схожу с ума. Из-за этих ребят. Не нравятся они мне. Тарзан! Тарзан, подойди сюда. Тарзан, ты отнесешь это письмо моей дочери. Моей дочери. Дюранго. Скажите им, что надо расчистить путь. Еще одна заминка. Эй, Джефф, почему бы нам не бросить их и не отправиться на поиски затерянной изумрудной шахты? Нужна компания и провиант. Осторожней. Мы уже близко к тем местам, мисс Брукс, где пропал ваш отец. Но тут опять заминка. В джунглях постоянно заминки. Мы с Ником хорошо это знаем. Ну, конечно. Он говорит истину, леди. Как интересно. Прекратите это. Что не так? Они говорят, что это земля Тарзана. Дикий белый человек живет здесь. Что это значит, Боб?
Всего лишь одна из тысячи легенд джунглей болтают про дикого белого человека, выращенного обезьянами. Дикий белый человек, выращенный обезьянами? Кто? Вы ведь не верите в эту историю, Джефф? Я слышал эту историю. Слышал еще в Лондоне. В любом случае, лагерь на ночь разобьем здесь. Банга, расставляйте палатки. Мэри? Откуда исходит этот крик? От Мэри Брукс? Я знаю, дурак, но где она? Вы Тарзан? Моя фотография? Значит, вы видели моего отца? Мой отец.
Почему вы не отвечаете на мои вопросы? Идемте в лагерь. Может, Абдул говорит на вашем языке? Ну, пожалуйста, отнесите меня в лагерь. Кто это был? Это Тарзан. Он передал записку от отца. Дай мне пиджак, Боб. Это был человек-обезьяна? Да. Он спас мне жизнь, Джефф. Указания твоего отца вполне ясны. Завтра он будет в безопасности с нами. Что это за слухи про человека-обезьяну? Это не слухи, мой друг. И это заставит нас притормозить. Что значит притормозить? Ты скажи мне сам. Как насчет взять 10 тысяч? Чего? Денег, болван. То, что ты называешь долярами. Эй, послушай. Если этот парень, Тарзан, знает, где так много золота, почему он не купит себе пару штанов?
Подожди. Ты Тарзан? Я проделал долгий путь, чтобы найти тебя. Это тебе о чем-то говорит? Убиты аборигенами. Соответственно, мне даны инструкции предложить сумму в 10 тысяч фунтов за твердые доказательства, прямо свидетельствующие о смерти Тарзана, его сына и наследника. Искренне ваш, Хорас Грейвс. Подожди, я хочу поговорить с тобой. Боб! Джефф, что это было? Я думал, что это Тарзан. Но, пожалуй, я ошибся. Нам лучше присоединиться к остальным. Судя по описанию твоего отца, здесь должна быть хижина. Мэри, осторожнее. Папа, где ты, папочка? О, папочка, только будь здесь. Это вещи моего отца, но его самого нет. Все верно. Это его дневник. Это что-то вроде карты. Какие-то сокровища. И эта карта указывает путь. Это лучше, чем найти Тарзана, не так ли? Грамматика у тебя хромает, но идеи ты улавливаешь. Я живу теперь здесь, под защитой Тарзана. И опять это имя. Мы должны добраться до этой пещеры. О, Боб, ну, милая, мы найдем его, не волнуйся. Но все кажется так серьезно. Мы не знаем, где он. Может быть, он мертв? Нет, нет, милый. Давай-ка бросим это. Ты оставайся здесь и постарайся немного отдохнуть. А я схожу за носильщиками. Будь смелее, девочка. Болото, река, пещеры Зара. Вперед, вперед, ну! Нам лучше остановиться и найти укрытие.
делаете? Боб! Боб! Ради всего святого. Вы-то откуда? Что ж, понимаю. Мэри! Нет, Боб! Это Тарзан! Мой отец! Вы знаете, где он? Давай возьмем эту карту и пойдем за изумрудами. Страницы с картой вырваны. И у тебя нет ни одной мысли, кто их взял? У меня есть мысль о том, что ты устроил кавардак, когда спер дневник. Нет, Тарзан. Я должен принести извинения за Ника. Иногда он странно себя ведет. Он говорит вам истину, леди. Дневник вашего отца закрытый. Я подумала, что нечто подобное может произойти, Джефф. Поэтому я вырвала страницу с картой. Вот эта страница. Здесь указано, где пещера. Там указан путь к храму Зара. Это принесет нам целое состояние. Абдулла, жди моего сигнала. Абдулла, да, сэр. Поторопись. Мы немедленно уходим. Прикажи паковаться. Да, хозяин? А где моя шляпа? Заключенный в храме Бога с изумрудными пальцами.
Мы выходим немедленно, чтобы идти к моему отцу. Да, хозяйка? Этим мы их спутаем. Это поведет их в пещеру Зара, а мы пойдем на север. Вот белая женщина, которую я обещал тебе, хозяин. Мэри, а где...
Смотрите, это страница из дневника. Эти люди забрали и Мэри. Идемте. Вот, похоже, натоптанная тропа. Но карта говорит, что путь там. Чтобы убедиться, почему бы нам не отправить Джеффа осмотреться там? Хорошая идея. Что стряслось? Ник напал на меня. Я сглупил, что оставил вас наедине с ним. Он украл карту. Это мой кошелек. Карта была в нем, но ее там нет. Он ее забрал. В любом случае, кошелек подсказывает, что мы на верной тропе. Вот ваша карта, Боб. Бедный Ник. Какую цену он заплатил? Что ж, нам лучше поторопиться, пока не набежали шакалы. О, спасибо, Тарзан. Thank you.
Раньше это принадлежало мне. Мне? Это мое. Это мое. А где же папа? Бог с изумрудными пальцами. Еще один глупец нарушил твои владения. Ваши люди, должно быть, приняли меня за врага? Ты и есть враг. О, нет, нет. Я просто ученый. Доктор Брукс. Опрометчивый глупец. Ты должен быть наказан. За что? За то, что искал сокровища Бога. Не искал я никаких сокровищ. Я просто проводил исследования. Я изучал тайны вашего народа и вашей религии. Затем придут и другие, и они ограбят нас. Тайна Зара. Наша тайна. Тайна детей Зара. Готовьте его к жертвоприношению. Позвольте мне хотя бы черкнуть словечко моей дочери. Ты исчезнешь без следа, как и все остальные, кто приходил сюда. Вот вход, как и указано на карте. Мы должны войти, иначе не узнаем, что там скрывается. Расходимся. Бог с изумрудными перстами. Я не думал, что это возможно. Мы в Африке. Здесь даже мечты становятся реальностью. Здесь очень тихо. Верно? Слишком тихо.
Мир тебе, Бог Зара. Эта жертва будет приятна твоему взору. Что значит приятно взору? Мэри? Боб? Где Мэри? Что? Так вы не знаете? Зар. Зар? Но ведь именно там мой отец. Подождите. Я обещал, что никто не тронет эти изумруды. Я ничего не обещал. Вы думаете, я отвернусь от такого? Каждый палец — целое состояние. Идемте. Мы должны выбираться отсюда. Тарзан, ты снова спас мне жизнь, но моя дочь Мэри, ты отведешь меня к ней? У вас есть карта, Боб? Вы отведите его, а я последую за Тарзаном. Thank you.
Ну, Джефф, хорошие новости. Ваш отец в безопасности. Минуточку, Джефф, мне нужно сначала кое-что сделать. Так вот, где вы были в плену. Не в плену, Джефф. Понимаю. Вы хоть знаете, кто такой Тарзан? Разве это важно, кто он? Теперь все по-другому. Ты любила Боба, затем Тарзана. Ты сможешь научиться любить и меня? Это Тарзан. Обещай выйти замуж за меня, или я возьму те 10 тысяч фунтов. Нет, я не хочу. Нет, Джефф, нет. Вы правы, но дайте мне время. Этот человек пришел, чтобы отвезти меня к моему отцу. Нет. Хотите сказать, вы отведете меня? Да. Вы думаете, я оставлю вас с этим существом? Я дала слово, Джефф, и я сдержу его. Посмотрим, как вы это сделаете. Я отомщу за это богохульство. Друзья с побережья помогут нам. Отправь сообщение. Перекрыть джунгли. Схватить всех чужаков. Радио джунглей. Дикари передают через него сообщения на тысячи километров. А это сообщает о проблемах. Чудно, не так ли? Да. Тарзан, позволь мне, пожалуйста. Thank you.
Уходить? Yes, да, Тарзан? No, go. Не уходить. Ночь идет. Дом. Ночь идет. Но Тарзан. Но. Ты отведешь меня к моему отцу, Тарзан? Что это? Это Джефф. Один. Где Мэри? С Тарзаном. Ну же, Тарзан, слышишь эти барабаны? Вы устроили нам проблему, украв изумруд. Жаль, что у меня было время только на один. Самый большой изумруд в мире. И он у нас. Разве он не чудесен? Избавьтесь от него. Сейчас же. О, Тарзан!
Мэри! Мэри! О, Мэри, милая! Ну и устроила ты нам денек. Где ты была? Расскажу позже, пап, не сейчас. Мы должны немедленно бежать отсюда. Но, папа, мы не можем без Тарзана. Нет времени. Выдвигаемся на рассвете. Очень жестоко бросать его здесь после того, как он спас его Анга, приведи сюда носильщиков. Продвигаемся как можно скорее. Да, сэр. Ну, милая. У меня такие же чувства из-за того, что я должен оставить эти джунгли. Множество ужасных вещей могло случиться с ним, папа. Но... Думаешь, ты обретешь счастье? Счастье с получеловеческим существом из джунглей? Я сдержал свое слово. Я спас жизнь Тарзану. А ты? Ты сдержи свое обещание. Уверены, что хотите жениться на той, кто не любит вас?
Достаточно того, что я люблю тебя. Я подозревал нечто подобное, но я еще выясню все насчет этого. Мы поженимся, чтобы ты обо мне не думала. Надеюсь, ты сдержишь обещание. Какое обещание? Возможно, Мэри скажет вам. Ну, я была в пещере Тарзана. Джефф пришел забрать меня обратно к вам. Он сказал, что ему предлагают 10 тысяч фунтов за доказательство смерти Тарзана. Так что, чтобы спасти Тарзана, я обещала выйти замуж за Джеффа. И вы ожидаете, что она выполнит свое обещание? Уверен, что выполнит. Ну, а я нет. А теперь убирайся. Хорошо. Я уйду. Мэри, осторожно. Опусти ружье. Не паниковать. Нет, нет. Вы не сможете снова сбежать. О, Боб! Вы собираетесь принести нас в жертву, но еще больше придет на наши поиски. Никто, кроме вас, не знает дорогу к храму. Но есть карта, которая указывает путь сюда. Я знаю, где эта карта. Мы можем обменять ее на нашу свободу. Очень хорошо. Найдите карту и принесите ее сюда. Бог говорит, что этой жертвы достаточно. Вы можете идти.
Тарзан, он убьет его. Осторожно, будь осторожна, милая. Джефф! Он еще жив, Боб. Но ненадолго. Мэри? Где Мэри? Я не вижу тебя. Я здесь, Джефф. Я был неправ, Мэри. Я не должен был принуждать тебя делать что-то. Но думаю, теперь уже все. Да, Джефф. Тарзан ранен. Не мертв. Письмо там. Я понимаю, Джефф. Тарзан выходит знатного рода. 10 000 фунтов, чтобы очистить титул, убив Тарзана. Именно. Боб. Боб. Тарзан. Изумруды. Мэри. Я испробовал все. И потерял. Свою свободу. Я помню эти деревья.
Пещера Тарзана где-то здесь. Мэри, возможно, он и был здесь пару дней назад, но сейчас... Не волнуйся, Боб. Даже и не думай. Там. Вот пещера. О, папочка, что же нам делать? Я не знаю, милая. Нам лучше поспешить в Дюранго. Да. Мэри, милая, я не могу, папочка. Я должна знать, где он. Я понимаю, малышка. Я понимаю. Мы вряд ли сможем. А ты должен вернуться в Дюранго. Но как же вы с Мэри? Мы остановимся в моей хижине. Ты должен доставить это письмо Джеффа в Англию, и как можно скорее. Что ж, полагаю, это прощание. Ты всегда был надежным другом, Боб. И всегда им будешь. Я понимаю. Но я навсегда сохраню надежду, Мэри. Нет, Боб. Тарзан! Да, но... Ты в порядке? Ты не ранен? Моя... Мэри. Тантор. Нет, Тарзан, не Тантор. Я буду учить тебя английскому. Это слон.
Тантор. Нет, Тарзан, не тантор. Это слон. Тантор. Нет, Тарзан, слон. Чита. Нет, Тарзан. Это шимпанзе. Чита. Нет. Шимпанзе. Чита. Нет, Тарзан. Ты можешь называть ее Читой, Тарзан, но она все равно шимпанзе. Чита. Фильм озвучил Клаброд по субтитрам перевода Антона Коптелова. 2017 год. Конец фильма.